Привет! Хочу рассказать о Liomo. Первый раз я услышал об этой компании, когда Адам Хэнсон, это прорайдер вот на вот этой фоточке, когда он рассказывал об этой системе. Вот, в основном, что значит, некие датчики, которые цепляются на части тела, то у велосипедиста тут на ноге и на туфле. И эти датчики очень точные, в общем, показывают различные углы и всякое такое. И состоит он, эта система, из компьютера на основе андроида и вот таких вот квадратных датчиков, которые заряжаются в таком кубе. В тот момент, когда Адам Хэнсон рассказывал о Liomo, вот, то ценники были какие-то негуманные. То есть вот два датчика и специальный велокомпьютер $450 и 5 сенсоров вместе с компьютером $800. Ну, когда-то я так посмотрел, ну, теоретически интересно, на практике как-то дорого для одного раза, больше одного раза или даже более двух раз как-то не воспринималось у меня, что это будет необходимо. Вот. Но вот недавно они в США открыли новый сервис, удаленный BikeFit. Вот. И мне показалось это интересным. И ценник, в общем-то, ну, такой более дружелюбный. То есть здесь $99 за две итерации и $132 за три итерации. Три итерации. Вот. Включено, то есть они присылают этот компьютер и сенсоры, делаешь тест, отсылаешь им результаты, они что-то там смотрят, присылают тебе рекомендации, и так, собственно, три раза. Вот, собственно, заказал. И ситуация такая же, надо вначале там написать, форму заполнить, кто ты такой, что тебе нужно, как ты ездишь и прочее, прочее. Потом отвечает вот этот чувак. Вот, то есть зовут его Нил. Откуда я знаю? Потому что он мне ответил и потом значит, прислал видео с инструкциями, как что делать. И вот на видео вот как раз он. Так что вот с этим чуваком я по почте попереписывался. И он мне выслал коробочку с этими девайсами. Ну и как что будет, в общем, расскажу.